ГБ фармим или как? Да, 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 да. ГБ 10 штук уже. О, нормально. А чё это, блядь, хилые? Алё, работать будем? Закрудал. А у морали есть проход? Аккуратно. У морали нет. Дизмораль получился? Да. Или минус мораль. Так, пассифея еще. Плюс. Да, я. Ну вот как раз таки сейчас можем убить Селяру, наверное. Стоялся, дай он там на ману. Сейчас трэш дочистим, давайте, наверное, лучше обновим. Думаешь? Может, ну, надо. Как раз, может, еще две дропнуть, а чтоб двум челикам открыть. Ну, не, да. И начнем бить. У нас появился новый наркотик, да? Не, вы то ноете, блядь, что воронок нету, блядь, не заходит открывать. Ты теперь... Не, ну, это понятно. Открывать. Это понятно. Притон, веди глазиком своим. А ты куда пошел? А я пойду, вон там что-то блестит, валяется. А, исчезло, блядь. Только добежал. Там все облутывали, а групп лут же стоит. Слева, слева вон там, да. Да, зайдите, блядь. Спрячьтесь. Он идет, трэш. Пиздец вам. Всем. Геру давайте туда. Не заводи их сюда, не большая заводи. Большая пачка. Ляха массакру. Не заводи. Да. Джандис массакру. И это все? Больше пугали. Напугали, блядь, пиздец. Вообще не знаю, что там три мова было. Смотрите справа, этот не нашел. Мы можем их здесь бить, они обязательно проходят. Бля. Вот тут кто машинкой управляет? Съездите вот ту дальнюю пачку с пульти. Она не агрит. Нет, не агрит. Она агрит. Вот ну, в яме там трэш так это, проходили раньше, блять, рассказывайте, не агрит он. Сейчас урон будет, спрячься. Не агрит? Ух ты. Лёха, тарелкой работает. Громко. Сейчас трэш зальем. Включите стрим, пожалуйста. Какой стрим? Давай в рейд, блять. Я на работе. Тогда работай. Ну да. Спасибо, золотой человек. Тебя одна воронка. Да сейчас где она тут? Как появится, так сразу. Я запомнил, видите, запомнили. Сколько они сейчас стоят, скажите, воронки? 36. 36 на ауке, ну, за 32. Видишь, прыгают. За сутки на косарь меньше, что ли, снова? Ну, не прыгают. Где? Вот, прыгают, видишь, прыгаю я. А вы, блядь, стали?
этом. Бегут. А, вон бегут. Ну что-то не все. Оля, давайте к стенке. Давайте к стенке просто. А вы кого уже убили? Еще никого. В туннель заходить. Зачем? Да, в туннель просто, чтобы они с кучкой все ворлись. Сейчас вот этот. Че, Слава, обновлять будем? Да не, там у нас фул. Знаете, уже так. Ляночка зашла, вот все, фул. Может, Кейли успеем убить сегодня? Давай патруль тогда будет. Можем немножко даже затянуть. Если время. Да, сейчас убьем. Сейчас давай добьем этот трэш. Че, не все равно суббота? Сегодня воскресенье, по-моему. Суббота. Нет? Костя уже переотдыхал, походу. Да, сумма, да. Пойдите на сумму. Так у нас шкаф есть. У нас шкаф есть, вообще-то. Тыкните на сумму, отлично. Так он говорит, тыкните, а не пойдемте. Пойдемте на сумму. Ну, мне тоже послышалось, пойдемте. Патрулем... Чтобы переотдыхали, походу, вот это, да. Все. Там патрули остались? Нет, там еще одна пачка осталась мобов. Одна пачка. О, бегут, пиздать. Ты, кажется, в одного не сыграл. Банда, впряга. Они с одной тычки глазик просто шотают, блядь. Вот она, банда бегит. Понял. Давайте справа патруль. Звездочку зергаем. Тех закорнюйте. Ебать его в рот. 3 секунды продержался. Рекорд. Там еще один лес. Зайдите в зуб. Угу. Пойду пока. Не бить. Так. Лут Ярослава на тебя закинул.
Не на зонтис. Одно маркерство я побыл. Угу. Дикон и я. Одна у меня, одна у Шалфира. Да. Ну да, пассивная 150 крита и хосты, плюс СПД 200. Просто миллиард статов. А мы все боссы? Сейчас это запустакте? Ресните, что ли? Как пустак? Фаски пейте только. Фаски на АП есть у всех? Так, чё, как, в одного, да? Сколько там, 4 хила били, не помню. Да в 4 можно сколько это все сделать. Дайте хамазеку нормальную фласку. Посмотрите шкаф. Киньте Аишу во вторую пать. Я сейчас тебя взломаночек кину. Сумани? Давай. Да, сумани уже. Так. Масло, фаски на пенозлыком? А, блядь, сейчас я летаю в банк. Суманить. Масло купите. Ох, хули, дай меня сманять заодно еще. Там похавайте, блядь, не все даже похавали. Юля, Пасифея, Мардаун, Рарник, Голоманыч, Кенгрена. Сядьте похавайте, сядьте похавайте, рыба стоит, блядь. Вон она возле ступеньки. Спрятали, подонки. Где? Сели на вот в крестике метка у череп прилогусь. А и можно вырубить. А ты вырубите аспект, пожалуйста. Бидон, сядь похавай. Бля, следующего рита давай просто гп угонит фаски масла. На бидон в агримаре сейчас. Да, на нем есть сум. Видимо, покупает. Не, алхимка топ. Я на лопе, наверное, алхимию отключаю. Магазин, наоборот, в том советуется. Не рекомендуется алхимию брать. Лопа? Ага. Не знаю почему. Не знаю, я почему. Вот это мне надо. Ты типа портняга точно нашла. И ювелирку всегда. А четвертая вроде как типа, ну, тихо. Я сыр типа. Я помню. Ну баны, ты где будешь?
Сука, заебало. Джейна. Что рано, Геру? Просто 5 секунд проебал. Пока подходит. Селфи выносит. Мама, у тебя свежий есть, что-то метки ставишь. Гангрена выносит. Я могу ставить макро застал. А могут это ДДС-ку маленько? Давай ты, Ванька. Войтфури выносит. Ады. Че, кто фиряет из локов-то? Тут коленочка фиряет, она в прошлый раз фирила. Ванька ставит метки. Я навсегда избавлю вас от мании и величия. Играем в крейт. Ты что-то облом. Грипните его сюда, убьем. Вы его грипните сюда и дайте ему оковну, чтобы он не бегал. Призван выносить. Играем в соляру, у этого вишки сдох. ВП хант выноси. Доигрываем. Не игри... Блять. Не теряйте. А что он кастнул? Когда перефаза уже не теряйте. Амазик, вон... Метки меняются, нет? Меняются. Так кто-то асист. Нет, это у Кости просто ставит туда. ДБМ, блядь. Заломанов. Заломанов. Грипните его. Грипните жреца сюда. Асифея выноси. Поднимать? Нет, да он встать может. У него КД. Давай. Тогда Катрисия, рейс БР. Разбафайте лапку, каску присобав. И... А, вой дау. Друид инвалид иннеров Джандис. Дай. Мардан выноси. Шалфир выноси. Завис. Грипните второго сюда. Жреца. Хамазек выноси. Грипните под босса второго жреца. Гангрена выносит.
Доигрываем жидко. Вадикон и Иннер по Жандит. Там Азек вон из... Катрися вынес. Уайт Пури. Доигрываем жито. Я навсегда избавлю вас. А мазик выноси. Вот ему. Хил-хил. Так, Мэтт Фокс, Иннер, Джандиста, Друид Инвалид, Иннер в стелсе, Войт в гангрен. Хил прошел, нет? Да. Она выносила. Ну там просто еще 23 тела. Линрон выноси. Пасифея выноси. Сейчас переведется. А, 4%. Ну, блядь. Что я могу сделать? Надо будет потом отключить эту хуйню. Друид инвалид выносит. Ну, это сложно. Вадикон, Иннер, давай, Джанди. По кому? По Жанди. Мэтт Фокс у нас. О, на ранг тут Саня. Под босса жреца и добиваю. Блять, у него лягушка на голове сидит, что? Угу. Да. Вон, посмотри в дебаф. Да, 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 да. У кого там лягушка на голове? У босса. У босса. Они не заморачиваются. А, нет, ну если бы на голове сидел бы даже здесь бы, это было очень забавно. А так это фигня.
9 минут 51 секунду убили. Опа. Ну, сердце первое. Это на скорость, да? Да, это на скорость. Распределяй. Я чисто на трансмог. Помню, с обратно надо писать. Песов, я тоже на трансмог. Я тоже на трансмог. Ну, давайте их по роллу кинем просто. Киньте проем ролл. Что, блядь, два сака. Блядь, вот устаешь сагры. Оба на урод, вы что делаете? Одикон. Фредон. Какой посох, где ты с этой бегаешь? Ой, блядь, бичи, сука, нахуй вы. Вон всякие рарники, нахуй. Гангрена, блядь, кто там, Шалфир, блядь, вперед убежали чисто. Да, я убежал вперед и не сагрил. Сейчас без боя бегу. Какие вопросы ко мне? Аркан маги, наверное, да? Аркан маги, наверное, какие-нибудь демоны, хз. Им хастовали. Я не знаю, демоны, наверное, или криты, нет? Ну, их без разницы. Савини, хаста, хз. Ну, он сейчас так. Сове нужна другая тренер. Да, талисман убийцы. София Лайсон носит. На рарника смотрит часовой. Да. Я не знаю, как вы говорите, не Сагрди, но... Ну, сразу видно, да. Ну, это на скрин Арканмага какого-нибудь. Который сейчас не придет. Робота или Алара? Я бы... Там с критом есть хороший. Я бы на Элем в Т5 взял. У нас комбат, он на Эвилаш. Нам просто без разницы, на самом деле. У нас на Эвилаш у часовой побежал. На ком комбат только хотят убивать. На кому тебе? Ну, на Элема можешь не брать. Я говорю, в Т5 на Элема. Прям вообще шикарно. А чё, чего ты взял? Хуя там скорости, блядь, будет, нахуй, ебать. Ты заряжать будешь, ты 5, нахуй, за милый мой, блядь. У нас два ханта, если мы идем на робота. Ну, я не знаю, ну, типа, там, а какая мертвая зона у них? 8 метров? Нахуй, ладно. Все равно обоих убивать. Давайте. Они... Давайте, берите по одного дракона, ведите. И... Слава, дело в том, что пол рейда, блядь, пробежала, половина, блядь, упала, нахуй. Вот. Они ж ломанулись. Вон он пиздует на стелсе. У нас там есть там? Ой, блядь, они дракона тут пулили. Да все правильно, надо бить драконов уже. Ну, чем мы сейчас сидеть будем? Вы он развернулся. Дурость, давайте Киру. Значит, дракона будем бить. Ну, 10. Ну мы когда шли, мы же не знали, что мы будем босса бить. Мы думали, что у нас не было еще плюсов. Все правильно делали вы. Хуйню. Добиваем трэш. Трэш бьем, какая разница? Птички, три пришло, блядь. А почему два дракона? Сдохните все, не заходите. Там 300 тысяч. Там некому бить. Дракон, идите, добейте его сразу же. 200 тысяч, давайте добивать.
У вас еще, блядь, робот. Там на друид-инвалида летит. Надо добить. 300. Робот тоже летит к вам. Все, этого убили. Танки там готовьте. Часовой. По углу подводите. Сколько воронок в итоге? 11? Да, вот. Воронка. Еще воронка. Не зря робот убили. Робот прям лежал за нами, пытался ее отдать. Возьмите, да заберите уже воронку. Заберите, бичи, бля. Сколько это? 12, Слава? 11. Ну вот. Ну давайте фениксов чистим. Я пошел курить. Нет, 9 и... 19 или 20 воронок получается за сегодня. Отходите там. Нихуево так надропало, да? Куда демон лок идет? Опа, я с пулю приду сейчас. Я с пулю, сидите спокойно, я с пулю сейчас. А, они в другую сторону полетели. Давай, мартом. Ща я с пулю. Давай, пуляй, давай. Исповедю его. Вау, получается. Главное, чтобы пиздов не дали мне. В один уголок встаньте. Конечно будем. Давай на робота. Какая хуй разница. Эта тварь выдаст мне запы. Она мне, наверное, хочет отдать просто. Вообще ни единой танкошмотки, сука, не падает, блядь, этого ЗСОка. Ввиду второго. Штеньку вроде лутал, нет? Нет. Штеньку пистону лутала Юля, а две танка трени, блядь, Слава забрал. А я понял, нахуй. Какие? Одну на Мишку, другую вчера напала. Да. Там, я не помню, еще кто-то лутал. Пистон лутала Юля. Не было. Там была говнотрыня вот эта на перераспределение урона. Нет, один. Да, я третьего веду. Не уходите. Только надо, чтобы он с воронкой был, иначе это... Там день. Да я его так палки взломаю. Да ладно, грех жаловаться, нападал воронок, пиздец уже. Не, ну никто не спорит, еще двадцаточку выдали бы. Ну это сейчас каждого моба по одной штуке, да? Отлично. Братаун, ты дракон мастерный. Скорее всего, дракон и не отпиженный. А куда вы его повели, алё? Выгуливать его привели. А куда вы его ведете, Лев? Ну вот, на робота выгуливать. Последний, нет? Да-да-да, последний. Вон еще один летает сверху. Да это петуха мы там сбьем. Давайте отпиздим. Ты дал после робота. А, сначала одну банку скроем, потом... Ты за вот этого? Курицу зажарим. Курицу эту. Я говорю, сначала надо это вскрыть консервную банку, потом петуха зажарить. Ну да. Петуха жарить? Ну вообще, по мне, нормальная вещь. Лучше бы ты молчал. А что, петух птица? Ну я про птицу что-то говорил, который кукарику делает и с гребешком красным. Так а лучше не стало, Гошан, я тебе говорю, остановись. Вот эти гребешок одену потом, нахуй, кукарек отдыхает. Я понял, спасибо. Поспекшен.
Звание дадим, Гоша жарит петуха. Гоша жареный, блядь. Петушок на палочке. Сильно, сильно. Ой-ой-ой. Как вспомнишь, дрожь бросает. Как вспомню, так вздрогну. Ну нет, такое мы не уважаем. Вздрочно не звучит. Лучше, чем это самое. Ладно, я не промолчу по этому поводу. А чё всё это? Это уровень, что ли? Чё надо помочь? Приоритет есть какой-то? Да, Шалфиру, Кутака. А, Холидринг. Холидринг, можешь дать эту зелёнку? Зелёнку тебе? Да, вот эту, вот эту, вот именно вот эту, пожалуйста. Спасибо. А остальную всю Лингерну кидай. Я тебя потом закину, Лёха. Не, я её на трансмод. На трансмод хочу. Я понял. Джандис это Рома. Посмотри, как она выглядит. На комиссара этого. Не, на... Ты знаешь, как она на дворфе выглядит кайфово? Да. На дворфе... Она прям создана для них. Вот смотри, я ее одел просто сейчас. Блин, а у меня скрыта башка сейчас. У Жандис открытая. О, я понял. Ля, красавец какой. Это знаешь этого с Кавказа типа когда отходит? Тогда. Ля. Да, на левую сторону выходим. Надо оставить. Так, все, давайте этого трэш пулить, пиздить их. У тебя протоспек есть же? Орген. Не. Ой-о-о. А что ты хочешь меня танками заняться? А, по рефлекту. Так я могу и так по рефлекту коротить. Где просто, ну, дамажит слишком сильно. Не хочется. Они с руки долбят больно. Именно уничтожители. А вот руки те, которые хорошо. Обычные, какой-то там часовой, они нормально. Часовые. Кузнеца надо забить. Кузнеца играем. Надо консервную банку вскрывать, чтобы залпы выпали.
шутка обывательская, стрёмно. Конечно, скажу анекдот. Ну, попробуй. Кузнеца бейте. Это вот я что-нибудь интересное. Ну и где анекдот? Ищу, подожди. Ну-ка, ты что там, в Дискорде их линкуешь или что? Почти. Ладно, они не смешные. Я понял. Пиздец. Ответ убил. Искал Мордаун как-то анекдоты. Залезли не смешные. Два часовых. Заберешь на себя оружие одного? Сейчас Мэтфоксу пизда. По 39 тысяч перезарядка. А он что теперь, Эвелаш не убивает, что ли? Он, наверное, прожрал. Скорее всего, прожрался. Слава. В 4 или в 5 хилов будем бить? Плохо он стоит. БР Юлю быстро. О, прям бегуш. Слишком далеко. А чего так в России? О. Катрися, давай. Если на закон. Натуре, давай. Шевируй. Как же я его рефлектами, боже. А там рефлектами можно чисто убить его нахуй. Ну только я агро нихуя не держу. Повернулся, просто деда перевернул. У них что-то личное, походу, там. Да, ну, там что-то не сделали. Выяснили отношения. За такая я хотя бы агро могу держать, блядь, просто в простойке. А здесь, к сожалению, так не работает.
что, фрик нахуй? Самое малое, да? Ебать. Пол шишки это мало. Что, на шишку, да? Да, у меня же темп. Сейчас подождешь. Ты заебешь. У меня маны нету. Сейчас отопишь, ну, будет тебе каска. Я спекнулся еще. Только надо определиться, на кого частицу из хантов. Будете вдвоем на ренже. Джесса поставьте. Да, Джесса поставьте, у кого есть. И мне нужен сопровод Кости, у тебя есть? Есть. У нас пала ФК. Так это хуёво. Да, только он хил. Рома, ты, блядь, если ФКшишь, ты предупреждай хоть, а? Рома, ФКшит, блядь. Он предупредил. Предупредил? Ну, в этом он 10. Кукмастер, заходи. Плюс они. А кто напал? А, понял.